Вот я вижу опять, пожалуйста, кладка. Не очень видно, а кое-что можно видеть. На сей раз гораздо более плотно камни уложены. Вот. Внизу опять некое складское помещение. Вот, похожее на водоем. А возможно, на сей раз, поскольку оно не имеет своей чисто круглой формы, это уже некий склад для провианта. И скорее всего, что я думаю, провиант был внутри границ самой крепости. Скорее всего, мы дошли внутрь крепости. Уже трудно понять, где были очертания стен. Но, скорее всего, мы внутри стен, потому что трудно предположить, чтобы воины ставили вне прикрытия важный для себя объект. То есть вода, как я говорил, и провиант. Пожалуйста, возможно, что эти помещения помогали воинам на протяжении столетий и разных совершенно конфессий. Будь то хасмонеи, будь то римляне, а может быть и мамлюки. Ясно, что чем ближе время к нам, тем вероятнее, скорее всего, его достоверность. Можем дальше пойти.